Утро субботы. На благо родного города решили потрудиться студенты. Активисты регионального отделения Русского географического общества вместе с городской администрацией организовали уборку на Воронежских озерах. В этом году запланировано много совместных акций. Впереди главное событие – общегородской субботник 22 апреля, куда приглашаются все самарцы. Планируется мероприятие по очистке дополнительно правого и левого берега Саратовского водохранилища реки Волга. Буквально на следующей неделе мы планируем в рамках экологического субботника, который пройдет 22 апреля. Обязательно нужно, чтобы каждый из вас своим конкретным примером продемонстрировал свою причастность, свое право жить в чистом городе, дышать чистым свежим воздухом. Работа кипит, шуршит листва, хрустит снег. Мусор сгребают и убирают в мешки. Немногочисленные сугробы ворошат и раскидывают. Мы рады вообще очищать нашу самарскую территорию. Парк тем более очень красивый. И мы хотели бы на самом деле поспособствовать тому, чтобы здесь было чисто, красиво. Потому что сами же здесь летом будем гулять. Кто откажет помочь в уборке своего города? Это благородное дело. Зачеток здесь нет, но студенты с задачей справляются на отлично. А после уборки приятные бонусы. Всем участникам раздают билеты на концерт популярных исполнителей. Праздник состоится на площади Куйбышева после общегородского субботника. Я вообще об этом не знала, вот сейчас удивили, приятный сюрприз. Мы, конечно, не за отдохнуть пришли, а поработать, чтобы сделать для нас общее хорошее дело, но тоже хорошая мотивация отдохнуть потом на концерте. Серебро, мне нравятся их песни, в принципе. Послушаем, проведем приятное время с друзьями. Парк «Воронежские озера» – любимое место отдыха жителей промышленного района. В этом году после уборки территории будут очищены водоемы. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События.